Всем большой привет! Не забыла я о запросах, которые мне девочки оставляли. Меня просили снять все мои сумки, кошельки и также все мои платки, шарфы. Сейчас я сниму сумки, потому что это чуть попроще, чем шарфы, платки. Шарфы, платки, они объемные и нужно больше места мне самой, чтобы их показать. Ну, те, которые, по крайней мере, с рисунком. Сумки я все собрала. И еще я не забыла о своем обещании. Я обещала рассказать Максимкины смешные высказывания, когда ему было 3 года. То есть это я тоже сделаю. Просто хочется сделать этот ролик очень интересным. Ну, по крайней мере, максимально интересным, чтобы с фотографиями какими-то как-то украсить его. И поэтому на него нужно больше времени. Сумки. Сумки у меня Китай, Avon. И вот так вот в магазине что-то совсем простое. Поэтому если ждете что-то дорогое и красивое, не будет. Будет все простенькое. В какой-то мере, может быть, их накопило слишком много. Сумки я люблю, я их меняю. Писать мне лучше купить одну хорошую и выкинь все, что у тебя есть. Не надо, потому что это мое. Мне это дорого, оно мне нужно. Наверное, все, вступление закончено. Давайте я начну с маленького, с кошелечков, которые у меня есть. У меня их осталось немного, все, которые были уже старенькие, я выкинула. Но пока вот осталось 3. А с сумками разберемся вместе с вами. Люблю я вот этот кошелек. Вообще, вы сейчас заметите, что все, что как-то вот связано с хендмейдом, наверное, вот оно мне как-то близко. Видите, тут эффект такой, как будто он сшит из разных кусочков кожи. Ну, тут еще у меня остались какие-то карточки. Кошельки я меняю, а вот это у меня все остается старенькое. Видите, они такие все разноцветные. Смотрится под кожу. Ну, было написано на сайте, что это кожа. Конечно, нет, это кожзаменитель. Ну, такой симпатичный, позитивный кошелечек. В Avon не так давно я приобрела вот такой кошелек, который ношу больше как клатч, но ношу не часто. Нравится он мне очень. Достаточно большой, красивый. Вот такой вот. Прям открывается он тут. Вот сам кошелек. Еще у меня вот эта штучка здесь. То выну, то засуну. Но как таковым вот его часто не использую. Вот чтобы с ним сделать его как бы постоянным своим спутником. Не знаю, почему-то вот остается у меня таким праздничным вариантом. Следующий кошелечек, я его очень люблю, он идет тоже как клатч на такой прикольной цепочке. Наверное, ради цепочки я его и купила. Ну и также мне понравился, что у него на дизайне вот такие медвежатки. Единственное, что на сайте медвежатки были в таких местах, что их было хорошо видно, но мне пришел вот так оформлен, что медведя не так просто и найти. Хотелось бы, чтобы, конечно, мордочка где-то светилась. Заказывала на AliExpress. Тут есть минус. Вот я не знаю, вам будет видно или нет. Донышко. Не приклеены. Вот, не при... В общем, монетки у меня тут гуляют. Вот оно. Вот видно вам? Не знаю или нет. Но монетки вот отсюда, они гуляют где хотят. Могут и выпасть совсем. Поэтому этот кошелечек я реже использую. Вот здесь тоже небольшое отделение есть. Но, тем не менее, я его любила. А когда его используешь не в руках, а в сумку, то бывает, достаешь кошелек, а вот этой цепочкой вытягиваешь из сумки все, что там лежит. Тоже не очень бывает удобно. Но, в целом, вот такой вот он. Интересно. Клатчи. От Мэри Кей ни разу не пользовалась. Сама лично его заработала. Не помню, за какие заслуги. Я год была представителем Мэри Кей. Что-то там даже делала, что-то продавала, кого-то привлекала. Вот он у меня так с этикеткой остался. Просто, знаете, как больше, как медалька. Я не знаю, вот даже куда-то на выход очень неудобная вот эта вот полукруглая форма. Ну, не знаю, мне проще взять вот что-то вот из такого, чем вот такой.
тоже заказывала рублей за 100, наверное, на Алиэкспресс. Ссылки никакие не даю, потому что все это я заказывала более 2-3 лет назад. Просто сейчас сидеть и это все искать, это то же самое, что кого-то заинтересует, и сам пошел и начал это искать человек. Поэтому не вижу смысла по новой. В тех магазинах, в которых я заказывала, уже нет. Покупала до поднятия доллара, поэтому это все стоило 100-150 рублей, ну копейки. Вот такая сумочка. Тут даже вот так вот, как бы, несколько отделений. Не знаю, отсвечивает, не отсвечивает, но видно. Ее можно, конечно, носить и вот так вытянуть. Но тогда донышко поднимается выше. Не очень удобно, поэтому я предпочитаю ее все-таки загнуть, чтобы донышко было на месте. Ну, так удобно в магазин куда-нибудь сбегать. Вот эту вот я не использую, длинную. Как-то она лишняя, как шнурок больше смотрится. Ее надо вообще снять. Это я для ролика повесила. А использовала вот этот вот хлястик. Он куда удобней. Так, все, маленькие у меня закончились. Ну, есть, но уже знаете какие. Вот это раритет. Я ей не пользуюсь, но оставила просто для памяти. Лет 17, наверное, назад я часто делала заказы в Фраше, присылали часто в подарок сумки. Ну, впрочем, как и сейчас, но сейчас чаще присылают все-таки продукты уходовые. А раньше только сумки вот слали, и причем, знаете, такие не очень интересные. Вот это была, на мой взгляд, интересная. Она вот так вот открывалась, такой вот как бы чемоданчик, здесь отделение такое. Ну, вот она мне нравилась, я ее открывала... Она у меня висела вообще на плече, приоткрывала вот так и туда рукой залазила, что-то доставала. Вот. Вот такой раритет у меня от Yves Rocher. Не знаю, тут отсвечивает или нет, но написано Yves Rocher. Куда я? Вот сюда. Сейчас буду все большие сумки я уже здесь не складывать, а откидывать. Так. Надо было эти уже откидывать начинать. Так, из маленького. Из маленького у меня есть вот такая тряпочная сумка. Ну, уже не больно, это маленькая. Это мне сестра привозила из Египта. Вот она такая вот. Легкая-легкая, тряпочная. Ну, прям совсем мешок такой удобный. Я ее ношу. Летом я ее ношу. В нее все поскидывала, очень удобно. Вот такая вот сумочка. Вот эта сумка, знаете, она... И любимая, и в то же время недоразумение. Вот он, в ней плюс, это то, что она такая, вы знаете, оригинальная. Под определенный образ, такая, знаете, а-ля девчонка, она смотрится красиво. У нее такие вот интересные штучки. Минус в том, что с чем бы она ни соприкоснулась, я не знаю, вам должно быть видно, она пачкается. Это вот то, что тертое. Ой, простите, хриплю, как всегда. К ней может пакет прикоснуться, испачкается. Пытаюсь оттереть, оттирается сама вот эта вот кожзам. Видите, вот это она вот соединялась с разными сумочками, когда. Она у меня хранится даже в пакете, и все равно она умудряется пачкаться. Как-то я сюда монетки, вот она вот столько стоила в свое время, 660 рублей, в нее как-то монетки положила сдачу. И домой пришла, эта вся сдача вот так вот кружочками отпечаталась. Ну, в общем, вот непутевая она в этом отношении. Поэтому я с ней, если и ходила, то очень мало и редко. Вот она даже изнутри чистая осталась. Вот такая беленькая. Ну, иногда, конечно, вешу, редко летом одеваю. Вот это место все равно не видно, оно к телу. Но я в нем знаю, и поэтому мне она не очень нравится этим. Следующая сумка, это вообще надо от нее избавиться. Это я сейчас вот достала, говорю, заодно с вами посмотрю, от чего я буду избавляться. Ну вот, в общем, вот от этой можно избавляться. Она куплена была, вот, нужна была сумка, быстро вот в ближайшем магазине купила, и такая прям простая. В общем, откидываем ее. Следующая сумка, тоже от нее надо избавиться. Ее... Это мамина. Ее поцарапал кот. Я не знаю, видно вам или нет, но она вот вся-вся-вся в зацепках. Вот. Вот такая. Тоже ее в сторону.
Следующая тоже я ее буду выкидывать. Я ее хочу, знаете, почему показать вам? На AliExpress вот такие сумки показывали на фотографиях кожаные. А цена стояла у каждого продавца разная. Например, у одного 1500, у другого, там, например, 700 рублей. И мы покупали, в общем, две сумки. Через меня, в общем, две девочки заказывали две сумки. Одна дорогую взяла, другая дешевую. Вот которая взяла дешевую, пришла вот эта. Но она ее не стала себе брать. Она сказала, хочешь оставляй. Ну, в общем, ерунда какая-то пришла. Но она деньги заплатила, все нормально. Просто не стала ей пользоваться, потому что я-то тоже не знала, какая она будет. Во-первых, вот эта вот сумка, она пахла, я не знаю, вот коровьим навозом, наверное, с месяц. Но она пропахла вся вот у девочки еще дома. Она ее проветривала долго. Ну, сейчас вообще ничем не пахнет. Но вот материал, я не знаю, настолько плохой. И я с ней один или два раза попыталась походить. Во-первых, вы видите ручки какие? То есть она вот как-то вот не очень удобно мешком. Хотя она под какую-то такую, не помню, под какую фирму сделана подделка. И сами ручки от тяжести, вот, видно, рвутся. Вот они везде рвутся. В общем, эту сумку я носить в любом случае не буду. Решила показать вам, что иногда на AliExpress, на китайских сайтах цены стоят низкие, сумка, видно, кожаная. Не покупайтесь на цены, значит, придет такой дермантин, который даже зимой неустойчивый. Вот есть кожезаменители, которые зимостойкие. Ну, в общем, для зимы подходят, ничего с ними не бывает. А это вот прямо, это даже клеенкой не назвать, она вот прям даже не знаю из чего. В общем, тоже мы с вами выкинем это дело. От Mary Kay. Это больше у меня, так знаете, как память. Когда я стала представителем, там можно было на 3 балла набрать. Ну, кто с Mary Kay связан, те знают. И получаешь первый свой набор для того, чтобы стать распространителем, в общем, ну, консультантом, что ли. И очень много подарков в этом, вот в первом наборе. Туда входила также сумка, вот такая вот, чтобы мне ходить и как бы уже предлагать продукцию Mary Kay. Сумка, она вот такая интересная. Тут карманы. Не знаю, как вам видно или нет. В общем, они сеточка. Вот. С этой стороны тоже два кармана, такие сеточка. С ней можно, конечно, ходить. Она такая плащевка, с ней можно ходить, но как-то, я не знаю. Мне она больше напоминает вот что-то, знаете, такое, ну, как сумка почтальона, что ли. Вот. Ну, на мастер-классы в Mary Kay я с ней ходила. Вот. То есть она со мной была. Так, следующая сумка, это тоже AliExpress, заказывала себе мама, она ее носила. Эта сумка шла в нескольких цветах. Она оригинальна тем, что двух цветов идет. Черная с коричневым смотрелась оригинально. Здесь карман. Здесь два кармана. Но вот эти карманы, когда берешь и не проверишь, что пришло, то пришло. Одна кнопка хорошая была, вторая там не открывалась. Вот. Ну и внутри она вот с обыкновенной такой подкладкой. Мягкая такая сумка. Но при этом тяжеленькая, потому что цепочка. Вот это вот железо, оно тяжелое. Так, дальше. Сейчас покажу тоже смешное недоразумение. Так мне захотелось меховую сумку на AliExpress. Но я не посмотрела размеры. Мне такая чебурашка пришла смешная. Это очень... Ну, конечно, можно ребенку какому-нибудь подарить. И какая-нибудь девочка маленькая будет с удовольствием носить такую смешную сумочку меховую. Но я в ней пока, знаете, чего, храню камеру свою, чтобы там не разбилась. Но от нее больше шерсти, шкуры. У меня друзей нет, ни у кого дочек. У всех что-то мальчишки. А так, может, какой-то девочки. Подошла бы такая сумка чебурашная. Следующая сумка, это у меня новинка. Не так давно в посылке мне приехала. Прислала мне ее Танюшка. Меня все ассоциируют. Танюшка из Тюмени, да, я все говорю, Танюшка из Тюмени. Ее ник Рыжулька. Так что, Танюш, я тебя заложила. Классная сумка, она мне очень нравится. Она легкая-легкая, я с ней уже ходила под зеленое платье.
Так она мне понравилась. Очень стильно смотрится. И вот то, что она легкая, объемная, очень удобно. Я вот эти вот штуки из сумок, если они есть, часто бывает, не вынимаю, потому что сумка потом хранится, и они теряются. Поэтому они внутри. Классная сумка. Вот это прямо мне нравится. Так, еще один летний вариант, но уже достаточно потертый. Можно тоже избавляться, но пока мне жалко. Она такая яркая, рыжая, под определенный образ подойдет. Но я ее постираю. Сейчас достала, вот смотрю, она уже такая плохонькая. В этом году даже не доставала. А вот в прошлом году прям все лето тоже почти ходила, носила. От Avon вот такая у меня есть сумка. Она мне сначала очень понравилась. Она мне подошла под зимнюю куртку. У меня куртка синяя с коричневыми полосами. У нее такой позитивный внутри дизайн. Но есть большой минус. Сейчас я достану ремешок и покажу. Вот когда она на ремешке, вот видите, она вот, в общем, вот так вот перегибается. Очень неудобно. Либо она, вот когда тяжело, если в ней тяжесть наложена, то она вот туда перегибается. Очень неудобно. Потому что смотрите, где идут сами застежки-то вот эти, карабинчики. Неудобно. Ну, поносила. Какое-то время поносила. Когда она легкая, можно ее, конечно, и в руке, карабины эти все убрать. Но как-то вот есть минус, и уже рука не больно тянется. Что-то я тут свалкой так все делаю. Еще одна сумка, с которой мне очень жалко расставаться. Так. Она у меня верой и правдой служила года 4, наверное, лета 4. Они до сих пор на Алиэкспресс есть, их можно найти. Классные сумки. У нее одно большое отделение и два вот такие вот боковых с обоих сторон. И она таким пузырьком становится, что в нее наложишь очень много, но при этом она вот сама по себе выглядит такая маленькой, все-таки дамской. Отделений очень много. И кармашки, и на молнии, и без молнии всякие. Классная сумка. Вот эту сумку я прям любила. Мне очень жалко, что она, конечно, уже там где-то темнеет, где-то портится. Но можно обновить, купить новую. Так, кто еще не устал? Сумка вот такая вот. Она мне очень-очень нравится. Я не знаю, сколько она стоит. Мне ее подарили. Тоже подруга подарила. Купила себе. Говорит, а что-то она мне не нравится. Не хочу такую. Какая-то она жесткая. А я такие обожаю, вот, чтобы она была, вот, знаете, вот как вот необработанная кожа. Прям вот так мне нравится вот эта вот работа. У нее и тут карман, и здесь большой глубокий карман. И внутри она, ну, там вот вся в кармашках. Ну, большое отделение, ну, и есть вот эти вот маленькие карманы. Очень я ее люблю. Давайте я тут немножко почищу, чтобы я тут совсем некрасиво все это дело завалила. Сейчас покрасивее как-то сделаем. Надо было сразу в сторонку все откидывать. Так, ну, а это мне не мешает, по сути, да? Так. Следующая сумка. Она CN Direct. Я ее брала. Она чем хороша? Сама такая корпусная. Ну, правда, сейчас мама ее носит. Ей она понравилась. И у нее есть еще вот такой вариант второй, который можно и под джинсы, и под, ну, под спортивную одежду, я не знаю, под повседневку, да, под брючки. Два боковых кармана, большой вот это, и кошелек положишь, и ключи, и деньги, и кредитки разные, и телефон. Ну, в общем, в такую-то все войдет. И еще вот такой кошелечек идет. То есть как-то вот оригинально, интересно. Ну, сумку саму уж не знаю, показывать нет. Но тут тоже отделения разные. Тут я не стала вынимать из нее ничего. В общем, вот так вот. Такая сумка. Удобная, синяя. От Avon. Вот такая была сумка. Знаете, вот носить не ношу. Так я ее хотела, так мне хотелось ее. Вот с этим вот клатчем, кошельком.
приобрела, и шарф приобрела такой. Шарф нашу, клатч нашу. А вот эта сумка, не знаю, вот беру я ее в руки. Ощущение, что я бабушка из деревни иду. Не знаю, почему такие ассоциации. Хотя сумка смотрится красиво, особенно под красное пальто. У меня красное пальто короткое. Смотрится, в принципе, неплохо. Но это, видимо, мои тараканы. Так, дальше. Там кошелек пока сюда. Не устали? Это еще не все. Еще вот такая сумочка есть. Тоже на Алиэкспресс заказывали. У нее такие ножки есть. Сзади кармашек. Внутри пакетик. Тоже носили. Ну и по стандарту. Боковые карманы по стандарту. Вот такая сумка. Мне сейчас это все еще убирать обратно. Да, вот. Еще сумка. Она уже сейчас не продается. Вейвен. Тоже могу ее назвать недоразумением. Почему? Во-первых, цвет оказался, знаете, какой-то вот, не знаю, как его покультурнее-то назвать. Ну, болотный, что ли. И, во-вторых, знаете, как вот открывается, как гармонь. Как баян. Это мама себе заказала, но она ее не носит, потому что тоже, смотрите, пакетики. А я думаю, где все пакеты хорошие? Все в сумках. Очень неудобно. Вот она ее начинает открывать в какой-нибудь больнице. У нее как баян это все открывается. Ну, какая-то непутевая, не знаю. И так, в общем, один или два раза она с ней сходила и тоже бросила. Вот. Давайте о хорошем. Есть у меня вот такая сумка. Я ее люблю. Тоже под мое любимое красное пальто. Я ее специально брала, чтобы она была такая, как корпусная, да. Но сейчас она примялась. Вот если ее так раздвинуть, тоже мехи-то ее, то она будет смотреться аккуратней. Так, давайте внутри. Вот она такое большое жесткое отделение. Когда идешь куда-то с бумагами, это просто замечательно. И у нее идут два вот такие, тоже достаточно жестких, с боков кармана. Оба на молнии. Если у вас кто-то захочет что-то из них стянуть, не смогут, потому что не сразу сюда пробраться. Даже самой открыть не так быстро сможешь. Ну, удобная сумка. И действительно под красное пальто как-то вот она солидно смотрится. Нравится она мне. Вот, когда надо из себя деловую женщину устроить. Так, еще одна большая сумка. Тоже подарок той же подруге. Она вот себе часто берет большие сумки. Они ей разонравливаются, она дарит мне, а через полгода говорит, а где ты купила такую красивую сумку? Я говорю, не поверишь, у тебя в ящике. Вот, тоже она мне подарила, чему я безумно рада. Удобный вот этот карман, у меня здесь всегда все, что надо под рукой. И здесь большой карман сзади. Тут у меня ключи обычно от почтового ящика. Она у меня тут набита уже вся. И тоже удобные такие карманы-мешочки внутри. Я тут от Жанули там тизер. От Леночки Никандровой. Такие средства. Ну, в общем, вот, с ней я чаще сейчас хожу. Потянула меня опять на большие сумки. Ой, тоже сейчас ношу сумку. Мне Жанули присылала от Faberlic. Она ей не очень понравилась. Единственный в ней минус, это вот тяжелый вот этот вот, как это называется, ремень плечевой, потому что железка. И если сумка тяжелая, то этот ремешок, он давит плечо. Вот. А так удобная, тут один кармашек. Это тоже подарок от Танюшки. Очень удобная штука от Mary Kay. Вот тут зеркало. А здесь у меня хранится, посмотрите, паспорт и разные кредитные карточки. Очень удобно. Такая штука удобная. И зеркало у вас под рукой. В общем, у меня она всегда... И паспорт всегда у меня не потеряется. То есть я просто перекладываю эту штучку. Вот такая от Faberlic. Классная сумка. Я ее прям люблю. И цвет такой, вы знаете, какой-то... С одной стороны, вроде розовый, он какой-то грязный розовый. Не барбишный. А вот такой, который на повседневку. Классный. Так, ой,
со стула-то не упасть, боже, все. Низко тянусь-то. Кончаются сумки-то мои. Тоже Жануля присылала. Я не помню, по-моему, это от доктора. Такая сумка. Она говорит, не любит большие такие, а я люблю. Вы уже заметили, что все, что большое, я люблю. Вот у меня черная, белая и вот это красная. Это мои сумки-мешки, которые я ношу с огромным удовольствием. Она вообще вот хоть в магазин, хоть куда. Вот единственное, Степа тут приложился уже, успел. Я не успела уследить. Замечательная сумка. Вот я ее с огромным удовольствием ношу, потому что она легкая и очень вместимая. Всю зиму и весну, летом у себя еле оторвала, отняла вот этот рюкзак. Настолько это первый рюкзак в моей жизни, и я так полюбила благодаря ему рюкзаки. Очень удобный. У него тут и боковые карманы, и вот этот карман удобный, он спрятанный. Даже когда у вас сзади кто-то попытается что-то вынуть, это не так просто туда вот залезть. У меня обычно здесь просто не такое что-то, мелочь, чтобы в магазине, в этом, в автобусе оплатить. И вот это вот отделение, вот это отделение удобно тем, что на молнии, не надо никакие шнуровки. Вот тут конфетки, платочки. Вот такое большое отделение, и тут еще боковой. Классный вот рюкзак, я прям очень полюбила. В CN Direct я его заказывала. Ну, я показывала, делала обзор, показывала. Это вот синюю сумку я брала, три сумки, и вот этот в CN Direct. Так. Не упала. Еще одна сумка, это вообще а-ля молодость. Не знаю, я к ней периодически возвращаюсь, надо просто взять, купить себе черную сумку. У меня нет черных сумок, кроме той одной большой, которая так грубо сделана, ну, как я люблю. Это вот просто настолько боевая, тоже платочки у меня тут. Такие отделения тряпочные. Ну, вот когда нужна просто вот джинсы одел, сумку через плечо кинул и побежал. Вот она у меня такая вот. Старенькая. Ну, вот, любимая. Люблю я ее. Ой, еще тоже сумка, от которой я не могу избавиться, потому что в свое время я о ней мечтала, я ее приобрела. Носила я ее, наверное, лет 7, буквально, ну не 7, конечно, лет 5 не снимая. Почему я ее хотела? У меня была мечта иметь сумку, в которой много-много отделений. И вот у нее, смотрите, раз отделение, вот здесь вот два, 3, 4, 5, вот здесь вот еще на молнии 6, 7, еще вот это вот боковое 8, вот тут вот 9, 10, 11 под ручку, ну и соответственно 12. Вот это вот отделение, вот оно тут уже у меня порвалось, вот единственное, где у меня порвалось, оно у меня всегда было кошельком. И сумка, в принципе, она в хорошем состоянии, если не считать вот это вот заднее отделение. Ну, надоело, конечно, уже за такое время надоело. И она всегда только через плечо, нету у нее тут ничего. Такой классный кожзам, она была дорогая, я вообще когда покупала, думала, что я беру кожу, это я потом разглядела, что это заменитель. Но хороший заменитель, она и зимы морозные все пережила со мной. Вот пока Макс был в коляске, и лет 5 я, наверное, носила ее. А сейчас просто рука не поднимается избавиться, потому что в целом-то она хорошая. Ну и как память пока место занимает. Кто-то меня сейчас опять отругает, скажет, куда ты это все складируешь. Ну пока складирую, ладно, пусть. Ну и последнее, что я вам покажу, я тоже заказывала вот под эти, под все большие сумки, когда надо какой-то порядок в них иметь. Очень удобный органайзер. Вот, в нем много тоже отделений, да, так нам правильно. Вот, чего только сюда не положишь, ну, реально удобнее. Вот. И если надо сумку на сумку поменять, просто достаешь этот органайзер и перекладываешь из сумки в сумку. Вот, вот такая вот штука. Он удобен тем, что его можно еще и покороче сделать. Если вам не надо сильно набивать вот это среднее отделение, то можно его подзажать, а можно открыть вот так. Вот. Ну, вот эта вот удобная штука, я ей рада. Хотя пользуюсь нечасто. Чаще у меня просто в этом в мешке, в большой сумке все навалено.
Все, сумки мои закончились. Наверное, кто-то сидит и думает, ну и чего ты нам тут показала? Ни одной нормальной, да. Не, ну, все ежедневное, все нужное. Я не хожу на праздники, чтобы у меня были там какие-то деловые клатчи, что-то такое интересное. Живу я в провинциальном городе. Многие это знают. Особо тут тоже не пофорсишь. Ну и дорогие сумки мне не по карману. Все. Этот запрос я выполнила, шарфики тоже покажу, ничего там выдающегося тоже не будет, будет все такое простое. Если интересно, то я рада, если не интересно, то извините. Всем до новых встреч, всем пока!